Строительство гипермаркета «Глобус» началось в марте этого года, а завершилось уже через 9 месяцев. Это 12-й «Глобус» в России. Большинство одинцовцев с нетерпением ждали его открытия. Во-первых, нам близко теперь добираться, так как живем в Одинцово. Ну и удобно очень, так как гипермаркет очень хороший. Я тоже очень рада. Ездить близко. Да. Большой гипермаркет, в пробках не надо будет стоять. История компании «Глобус» началась в Германии 188 лет назад, когда Франц Брух открыл продуктовую лавку в центре города Санквендель. На торжественную церемонию в Юдино приехал представитель пятого поколения семьи Брух. Кому-то кажется, 12 гипермаркетов в течение 10 лет – это не так много. Но я могу вам сказать, для нашей компании качество – это очень важно. Качественное развитие – это намного важнее, чем количество. И мы действительно стремимся, что клиенты чувствуют здесь уютно, что клиенту здесь приятно просто, и что они чувствуют, как в доме. Первые покупатели ждать себя не заставили. Отличный магазин. Все есть, достойные цены. Ну, неплохо. Есть некоторые позиции очень дешевые, что очень радует нас, как покупателя, что ищем где-то что-нибудь подешевле. Часто будем ходить, рады. Все здорово, все прекрасно. Общая площадь нового магазина свыше 29 тысяч квадратных метров. Парковка рассчитана на 1200 мест. На территории гипермаркета организовано собственное производство мясных и рыбных изделий. Размещены пекарня, ресторанный дворик, детская комната, магазины и сервисные помещения. Администрация «Глобуса» привлекла к сотрудничеству местных поставщиков. Свою продукцию представит первый Одинцовский мясокомбинат и ЗАО «Матвеевская». По прогнозам компании, сумма налоговых отчислений в местный бюджет составит 240 миллионов рублей в год. И, кстати, мы один из немногих магазинов по «Глобус» в Подмосковье, которые сделали скидку в будни для социально незащищенных граждан. С 9 до 13 каждый день скидка 5% по социальным картам. Новый гипермаркет стал частью ритейл-парка, который формируется в районе деревни Юдино. Сначала здесь открылся Леруа Мерлен, теперь «Глобус», а на очереди спортивный магазин и торговая галерея. Из Одинцова до нового гипермаркета можно доехать на бесплатном автобусе, который отправляется от торгового центра «Андромеда» на привокзальной площади. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».